Привет всем, с вами Раск, мы продолжаем играть в Вальхейм. В этой серии у нас, раз уж в прошлую серию не получилось, пойдем мочить Боунмасс. Собственно, этим сейчас займемся. Вот я уже поел, как вы видите. Вот. Тут, ну, поел все, тут у нас жизни. Так, Эйктюра, наверное, включим сейчас. Так. Это, чтобы нам не мешалось, поставим сюда. То, что скидывать, закидываем в пятерочку. Берем щит, берем булаву. У нас тут новый день. Активируем Эйктюра. И выходим аккуратненько. Так. И понеслись. Кстати, место хорошее. Тут есть и гора, тут есть и обычные. Есть у нас тут и... О! Есть у нас тут и, как бы, равнины. Так что можно будет и на фуллингов поохотиться. Возможно. После того, как серебро надыбаем. Так. Так, так, так. И. Бежим, бежим, бежим. И пасть. Так, так. И фу. Что делаем? Опа. А теперь остается только... А, блин, чуть опять не забыл. Восьмерка. Где он тут? Где? Где-то гадина. Что происходит, я тут вообще не вижу. Ау.
немножечко ждем полминуты. Нам надо восстановить жизни нам себе. А, блин, я в основном от его миньонов отмахивался, да. Фигово. Так. Вот он где, да? Так, 6. Оп. Еще 5 минут, по-другому не получится. Так, можно было бы, конечно, сначала подготовиться, подровнять площадочку, там еще какую-нибудь фигню сделать, но зачем, если это долго, блин, и неэффективно. Так, давай, быстрей. 9 секунд еще. Насколько я помню, с этого босса выпадает нам специальная такая косточка, которая позволяет искать клады и скрытые руды. Вот. Вот так. Куда-то побежала. Пофигу, я так понял. Сейчас, чтобы еще никто не докопался до нас. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, две, одну. Силимся. Thank you.
удачное на самом деле место. Суртлинги эти долбаные. Вон лучше бы он мас мочите. Слизень, блин. Переросток. Блин, опять ждать еще. Приятно. Так, где он там? Ага. 5 минут ждать. А, замечательно. Хорошо, хоть они не хилятся. Вот. Как-то так. Да, надо будет сейчас забрать. Потом еще умудриться как-то да это не убившись в процессе убежать забрать. Так, давай. Так. Ну где-то тут моя могилка. Ну, блин. Побежали. Вываливаем отсюда. Так. Раз. Одеваемся два. Одеваемся три. Одеваемся четыре. Одеваемся пять. Едим. Пьем этот. Вот. А теперь где он тут?
стали... Замечательно просто. Такие со второго этого я его мочканул, да. Похоже, что одной из многих костей, таившихся в этой груди, была душка. Эта кость содержит мощную магию, которая приведет к скрытым в земле вещам. Она может отыскать залежи серебра, а может также привести его к кладу. Ну, допустим, к кладу я не собираюсь идти, да. А у нас и так тут кладов полно было. Всяких разных. Так, теперь надо посмотреть, где тут у нас, вот у нас визир следующего босса. А, это объяснение, кто это такой. Ну, хорошо. Побежали теперь в нашу эту дом. Ну да, можно и так, но неэффективно. Бежать нормально здесь вот. Да. Вот. Отжимаем. Теперь
ждем с... пока у нас немножечко восстановится. И вот забегаем. А, ну пусть будет так, да. Так. Так. Идем раскладывать вещи, подводить итоги. Не, все-таки, видимо, это у меня комплекс штурмовика. Вломиться, всем людей надавать моментально и сам отгрести целую кучу люлей. Да, вот это вот такое вот. Вот если вот как в Dark Souls, то есть тюк-тюк, и после этого катаешься вокруг, то, ну, может быть, было бы. Кстати, вот эти вот 39 кусочков черного металла, это вот когда я отбивал в позапрошлой серии свою могилку. В позапозапрошлой серии, когда вот сходил к этим к гоблинам. Вот, они меня же мочканули. Я пока их отбил, вот, видите, сколько с них набил-то. Так, ладно, что нам тут еще надо? Нам надо тут... кинуть. Так, строительство нам не надо. Так, семян я не взял. Трофеи. Вот. Вот этот трофей нам надо. Сейчас будем. Сбегаем еще положим. Так, это скинули. Это скинули. Костей тоже скинули. Нет. Нет. Так. Сотку кора сюда. Здесь у нас не то. Так. Тоже все не то. Думаю, можно и это, да, применять. Так, а рыбалку-то я не ходил. Надо будет сходить. Что нам еще там скинуть-то надо? А, древнюю кору. Где она лежит-то, я, блин, не помню. Нет. Нет. Вот. Блин, и все равно еще место осталось. И еще остались. Ох, придется, блин, тут рассортировывать все. Вот так. Вот так. И теперь пойдем поспать. Ну, точнее, нет. Сначала идем починимся.
на вот. Вот так вот. Я сейчас поясню, почему. Вот. Потому что, смотрите, видите тут урон. Одноручное, создано вес, качество, прочность, уровень ремонтной стойки для начала починки, дробящий 73. Сила блокирования 10 в скобочках 11 за счет навыка. Сила парирования 45. Бонус от парирования в 2 раза. Отбрасывание 90. Удар в спину 3. Увеличение урона, да. Вот. То есть главное нам тут смотрим. Дробящий 73. ДПС 29-51 ударный. Вот. А тут... А, ну то же самое, только вот 23-45. Да. То есть вроде как. Но тут за счет скилла 73. А здесь без всякого скилла 73. Так что вон, смотрите, мечи 10. Ну, грубо говоря, 10, да, на 10% больше. И тут на четверть почти. То есть меч как бы эффективнее получится. Так, отсыпаемся. Потом бежим на спавн. Ну, в смысле на мировой, где вот эти вот камни боссов-то располагаются. Репа созрела. Так, где мы тут? Ить. Теперь побежали. Чтобы быстрее бегать. Пум-пум-пум, пум-пум-пум. Вот у нас, кстати говоря, и третий. Так, что он дает? Модификатор урона, стойки против дробящего, рассекающего, колющего. Для воина самое оно. Это для исследования. Это для строителя-собирателя. Это для воина. Это я не помню, точнее, не знаю даже, не смотрел в этот, в Вики не хочу лезть. И побежали обратно к нам на дачу, точнее, на нашу базу. Господи, какую ересь я сейчас нанес, а? Ладно, этим мы займемся сейчас, чуточку попозже. Попозже. Так. Собственно. Где тут у нас? Ага, вот оно. В следующей серии, наверное, мы попытаемся пойдем в этот. В даже положение.
следующей серии пойдем за серебром. Будем отмахиваться от волков и все такое прочее, да. Благо телепорт да тут у нас есть. Во-первых. А во-вторых, у нас тут у самих есть вот гора. Вот гора. Вот гора. В общем, на любую из этих. По идее, ближе всего вот это. Но на самом деле, самое ближайшее к нам, это вот. Где у нас тут форпост. Вот просто до него прыгнул и сразу поднимайся, да. Это самое ближайшее будет. Так, на этом Леофане я уже был. Он оттуда уплыл, кстати говоря. Фикс. Жалко, что вот карта не обновляется, если что-то делать, заниматься вот этими вот ландшафтными работами, то вот как карта осталась, вот такая вот, так она и осталась, к сожалению. Не получится увидеть, что как она там поменялась, да. Ну, в общем, как-то вот так вот. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, жмите на колокольчик, чтобы узнать, когда будет следующая серия. Хотя я могу предупредить, что будет она где-то через пару дней точно, потому что у меня тут еще очень много чего надо делать по дому. В общем, когда выйдет, при нажатом колокольчике, конечно, вы об этом узнаете. А до тех пор, пока-пока.